Алгагат. Эфирда башкорт тілінде әзірленген яңалықтардың сираттағы шығарылышы. Студияда Эльвина Рахимова. 24 ноябрьда Яңауыл районында эш сәфәре менән Башкортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы ҡорултай рәйесе Константин Толкачев булып китте. Ул райондың ағымдағы санитар-эпидемиологик торошо менән танышты һәм бер нисә объектта булды. Был көнде депутат кулынан 5 күп балалы ғаилә магнит сауда үҙәгенән бердәм рәсәй партияһы тарафынан ойошторылған магнит ҡайғыртыу тип аталған социаль программа сектәрендә һеҙҙе ҡайғыртып Башҡортостан аҙыҡ түлеге тигән йылма бүләк алды. Йүнәлештәге беренсе адрес Октябрь урамы ине. Бирелә Вәлиевтәр ғаиләһе йәшәй. 5 бала тәрбиәләгән ғаилә был сюрпризға ихлас һөйөндө. Высоковольтна урамында ла кунактарды түҙемһеҙлек менән көттөләр. Лариса Шафиева әсәлек даны медалы менән бүләкләнгән кеше. Улар тормош иптәше менән 6 бала тәрбиәләй. Иң кесеһенә нибары 1 йәш кенә тулған. Һуңыраҡ делегация Эткенә ауылына юл алды. Бында дуҫ һәм актив Шакировтар ғаиләһе йәшәй. Улар шулай уҡ 6 бала үҫтерә. Маршруттың сираттағы пункты Йәштәр һарайы ине. Нәҡ ошонда Яңауыл районының волонтерҙар штабы урынлашҡан. Бына инде ярты йылдан ашу кеше проблемаларына битарафы булмаған иң актив йәштәр мохтаждарға ярдам ҡулын һуҙа. Константин Толкачев волонтерҙарға медицина эшсәндәренә, психоневрологик интернат хеҙмәткәрҙәренә һәм ошо ауыр ваҡытта кешеләргә ярдамға ашығысы һәр ҡайһына рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе. Пожелание главы республики Ради Фарид Чехабира, у нас подробный разговор вчера состоялся. Я сказал о своем визите в Винаульский район. Он просил передать добрые пожелания. Винаульский район у нас на особом счету. Это визитная карточка нашей республики. Во многом весь транспорт, следующий из Перми, он сразу попадает на территорию Винаульского района. И по Винаульскому району судят республики, судят о наших дорогах, благоустройстве, о людях, о сервисе. Мне нравится та положительная динамика, которая очень заметна в Винаульском районе. Постоянно идет улучшение жизненных условий, качества жизни. Много делается во всех сферах. Но еще, конечно, больше предстоит сделать. В наших планах по переустройству района, повышение стандартов проживания населения в нем, конечно, уже неоднократно говорил Ильшат Акзамович. Я хочу сказать, что у нас очень много задумок. Еще год назад мы и не думали, и представления не имеем, что такая гадость вдруг может на нашу голову обрушиться. Много проблем она создала во всех сферах. Я знаю, не знаю, есть ли такая семья, которая на себе бы не почувствовала тяжесть этой болезни. Делегаттар буш ҡул менән килмәгәйне. Волонтерҙар Бердәм рәсәй партия һәм ваҡытлыса Яңауыл районы башлығы вазифаһын башҡарыусы исеменән кәрәкле шәхсән һаҡланыу саралары, махсус костюм, маска һәм экрандар ҡабул итте. Медицина хеҙмәткәрҙәренә күстәнәскә Яңауыл теплица комбинатынан 2 йәшник помидор, Яңауыл һөт заводынан төрлө һөт продукцияһы һәм башҡа тәмлекәстәр тапшырылды. Ошондай бүләктәрҙең төп маҡсаты кешеләрҙе ҡайғыртыу һәм булышлыҡ күрһәтеү. Сираттағы адресат Дәүләтхановтар ғаиләһе ине. Бында 4 бала үҫеп килә. Ҡунаҡтарҙы ҡаршы алырға үҙе бүләктәре менән 2 йәшлек Камилә Кашаповала сыҡҡайны. Ағайы һәм апайы менән улар Кировты ҡырғында йәшәй. Аҙыҡ түлек тултырылған тартмаға әлбиттә ғаилә ихлас һөйөндө. Ознакомился, как реализуются меры, предусмотренные указом главы республики. Посетил ряд объектов. Посетили мы ряд семей, многодетных семей, вручили подарки, продовольственные наборы, познакомились с состоянием их жизни, определились с мерами поддержки, которые будут также в дальнейшем оказаны со стороны республики, со стороны партии «Единая Россия», со стороны руководства района. В общем, я думаю, достаточно насыщенный был формат. Особенно запомнилась и встреча с волонтерами, с руководством медицинских учреждений города Янаула, Янаульского района.
мы поблагодарили их за тот большой труд, который они вкладывают в оказание поддержки, прежде всего, нуждающимся семьям, семьям пожилого возраста. Ну и определились также в формате поддержки, который мы будем оказывать волонтерам Миновского района. Иттің файдағы һәм зыяны хақында ит ошаусылар һәм вегетарианецтар арасында бәхәстәр сығып тұра. Майдар һәм аминокислоталар бер яктан файдалы булһа, икенсе яктан организмда холестеринды арттыра һәм ашқатанға был продукты эшкәртүдә ауырлык килтерә. Ләкин традицияға ярашлы яңауыллар аҙна һайын яңы хуйылған ит һатып ала. Оны аҙыҡ түлек баҙарында йәйһә магазинда алырға була. Хатып алусылар еш кына шәхси етештерүселәргә лә мөрәҗәгать итә һәм хәүфсезлек кагыйдәләре хакында оныта. Иҫкәртеп үтәбеҙ, был тауарҙың ветеринар справкаһы, малдың тулыһынса сәләмәт булыуы һәм иттең ашарға яраҡлығы хаҡында һөйләүсе тамғаһы булыуы мотлаҡ. Беҙҙең районда ит продукцияһы батарға һатырға сығарылыр алдынан ветеринар-санитар экспертиза лабораторияһы аша үтә. Тәусиратта ветстанция хеҙмәткәрҙәре иттең тышҡы ҡиәфәтенә, төҫөндәге һәм ҡатламындағы үҙгәрештәргә, теге йәки был ауырыу булыу-булмауына иғтибар итә. Алынған келәймәләр ентекле анализ үткәреү өсөн лабораторияға йүнәлтелә. Яҡшы реакциялар продукцияның сифатлы һәм барлыҡ ветеринар-санитар талаптарға туры килеүе хаҡында һөйләй. Бынан тыш итте алып килеүсе һуйылған мал тураһында тулы мәғлүмәт туплаған документтарҙа тапшырырға тейеш. Шунан һуң ғына тейешле сифатлы тауар һатыуға сығарыла. Барлық тикшерүҙәрҙе үтә алмаған ит кеше организмына зыян килтермәҫкә лә мөмкин, ләкин бер кемгә лә хәүефһеҙлекте гарантияләй алмай. Убой животных непосредственно и обязательно на мясо производится в специальных убойных площадках. Таких у нас в Янаульском районе два. Лаборатория ветсанэкспертизы осуществляет контроль качества и безопасности продуктов животного происхождения. Исключаем прежде всего общие болезни животных и людей, которые могут передаваться через продукты животного происхождения. Если взять, например, мясо, то нужно провести полный ветеринарный осмотр туши органов, проводить специальные исследования, которые гарантируют свежесть и безопасность мяса. Для этого у нас есть специальные реактивы. Также нужно обязательно проверять органы на инвазионные болезни. Там скрыты паразиты, которые могут дальше расти в органах человека. Например, эхинококкоз, дикроцеллез, фасциолез. Также можем исключить, надо проверять обязательно голову, где скрыта болезнь финоз. Также обязательно мы проверяем свинину. Свинину проверяем на трихинеллез. Это очень заразная болезнь, которая в последующем, если не исключать эту болезнь, может заразиться человек этой болезнью. И эти паразиты могут расти в органах человека. Мясо поступает на рынок. Сначала мы исследуем документацию этого мяса. Там мы видим все происхождение этого мяса, которое забито в обязательных убойных площадках. Проводим ветеринарный осмотр, визуальный осмотр этого мяса, затем исследуем уже на качество и на свежесть. Берем пробы 200 грамм из каждой туши и проводим исследование на качество. Сначала самое первое исследование проводим, делаем пробы варки, исследуем вкус, запах бульона. Затем исследуем уже на фермент свежести мяса, проводим пероксидазные исследования. Затем, если мы уже сомневаемся в свежести мяса, проводим дальнейшие исследования, которые уже требуют более длительного времени. И, например, на сернокислую медь, где уже оценивается более глубже качество мяса. После всех исследований и после всех убеждений мы ставим овальное клеймо, которое подтверждает качество и безопасность продукции. Наш график работы у нас понедельник, четверг, выходной, а остальные дни мы работаем с 8 до 5. А в базарные дни, когда открывается мясной павильон, мы работаем до 3:30, с 7 до 3:30.
октябрь башында біздің районда «Юзерге үйрен» деген социаль білім беру проекты старт алды. Оны ойыштырусылар болып, райондың социаль яштар саясаты һәм спорт бөлеге, шулай ук райондың мәғариф идаралығы тұра. Проекттың түп мақсаты – мәктәп яшындағы балалар қатнашлығында хаудағы трагедияларға юл қоймау. Балалардың несек спорт менен шұғылануын біздің іш түркімілі көзәтті. Оқыту курсы 6 дәрістен тұра, олардың қар қойғы 1 сағат дауам етті. Ошу уақыт ісінде оқушылар әкем дегенде кәуетелерін батмай ғына хауда тұтырға үйренерге тиеш. Ләкин ысын барлық көрсәтуінсә, балалардың оңыштары көпкә юғарырақ. Бір юлы олар икешәр төркемдә шөгыльләнә. Һәр кайһында 15-әр кеше. Балалар иғтибар менән инструктордың кәңәштәрен тыңлай һәм ул өйрәткәнсә күнекмәләрҙе башҡара. Сначала мы выполняем упражнения на суше, затем заводим их в воду, в воде есть поручни, благодаря чему мы учим их движением рук, движением ног в воде. Затем далее по программе обучаем плавать. Самое главное научиться ребенка держаться в воде и не бояться ее. Для этого мы используем досочки, благодаря чему они более увереннее чувствуют себя в воде и не боятся не так сильно. В конце шестого последнего занятия мы проводим контрольное тестирование, определяем конечный результат обучения. На сегодняшний день в общей сложности полный курс обучения прошли уже более 400 детей. Детям очень нравится заниматься, плавать. Они в восторге и с радостью приходят сюда. Балалар белдәләүенсә, йөҙөү уларға бик оҡшай. Көндән-көн улар һыуҙа үҙҙәрен тоторға ыҫтара. Балалар өсөн был дәрестәр уҡыу ғына түгел, ә мауыҡтырғыс бер шөғөл. До этого я не умел плавать, а после третьего зачета я смог. На спине у меня получается лучше плавать, чем на животе. Поэтому я, скорее всего, еще буду дальше ходить с мамой и папой. Мы здесь играем. Мне очень нравится игра собирать камешки под водой. Она моя любимая. Хау инеу сезоны 2021 елдың майына сақлы дәвам етесәк. Ошу вақыт ісіндә сораны ойыштырусылар 63% мәктәп оқысығын йөҙерге өйрәтергә планлаштыра. Ә бу 3500 бала дигән һүҙ. Бындай дәрестәр балаларҙың үҙҙәрен һыуҙа ышаныслы тотуҙан тыш, һис шикһеҙ сәләмәтлектәренә лә бары тик ыңғай йоғонто яһаясаҡ, ти белгестәр. Башҡортостанда коронавирус менән ауырыусыларға һәм ошо инфекцияһы булыу мөмкинселеге шиге аҫтында тороп, йорттарында дауаланыусыларға бушлай дарыуҙар таратыу башланды. Башфармация складына федераль бюджет сараларына алынған тәуге препараттар индерелә. Ауырыуҙың нисек барышын, теге яки был дарыуҙың ярау-ярамауын табип билдәләйәсәк. Медицина хеҙмәткәрҙәре иһә уларҙы илтеп тапшырасаҡ. Біздің районда медикаменттар таратудың несек баруы хақында поликлиника бөлігі мүдірі Азалия Низамова ғиләне. В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 3 ноября 2020 года за номером 1713 об обеспечении лекарственными бесплатными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией утвержден временный порядок обеспечения лекарственными препаратами пациентов с COVID-19. Значит, на сегодняшний день Янаульской ЦРБ получена часть препаратов, пока часть, для обеспечения этой категории пациентов. Лекарства получены по 7 наименованиям. Сюда входят противовирусные средства уминфеновир, гидроксихлорохин, антибиотики азитромицин, кларитромицин, жаропонижающий парацетамол и антикоагулянты. Это препараты, предотвращающие повышенное тромбообразование, такие как апиксабан и ривароксабан. Основанием для получения этих лекарственных препаратов является наличие установленного диагноза, подтвержденного или вероятного случая новой коронавирусной инфекции. То есть подтвержденное – это когда вирус идентифицирован, мазок на ПЦР положительный, и вероятный случай – вирус не идентифицирован. Значит, после осмотра пациента участковым терапевтом формируется заявка на лекарственные препараты. Это все проводится в соответствии со схемами лечения
рекомендованными временными методическими рекомендациями. На сегодняшний день актуальная 9-я версия. Далее, в соответствии с этой заявкой от участкового терапевта, формируется лекарственный набор препаратов старшей медицинской сестрой поликлинического отделения. Непосредственно до пациента доставка уже осуществляется средним медицинским персоналом. Это медицинской сестрой, естественно, со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий. Медсестра выезжает туда в противочумном костюме и непосредственно передается пациенту лекарственные средства по описи. Туда ставится подпись пациента и также заполняется информированное добровольное согласие на амбулаторное лечение и согласие на режим самоизоляции в течение 14 дней. Но на сегодняшний день за период с 20 ноября по 26 ноября обеспечено 23 пациента с вышеперечисленными диагнозами. И далее уже амбулаторно ход лечения, тяжесть состояния пациента отслеживает непосредственно лечащий врач. Мин хеде район яңалықтары менен таныштырдым. Ошының менен бүгінгі башқұрт тілінде әділенген яңалықтар сығарылышы тамам. Хау болығыз. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача – сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы! Я, Бронников Александр Михайлович, являюсь директором гимназии имени Муксинова города Янаул. В современном обществе важно освоение новых образовательных информационных технологий. Каждый ученик должен шагать ногу со временем, а для этого необходима материально-техническая база. В 2019-2020 учебном году наша школа стала участником национального образовательного проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках этого проекта мы получили оборудование на сумму 2 миллиона рублей. Это позволяет использовать в образовательном процессе современные информационные технологии. Поэтому нам с вами важно подготовить выпускника, легко ориентирующегося в цифровом мире. Налоги, которые мы с вами платим, идут на оснащение образовательных организаций. Заплатите налоги до 1 декабря. Че бы масках-то? Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-99. Отделом МВД России по Янаульскому району за совершение преступления разыскивается Исмагилова Эльвира Рамазановна, 1984 года рождения, проживающая по адресу город Янаул, улица Якутова, дом 12, квартира 8. Приметы. На вид 36-38 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, длина волос до плеч, глаза карие, основание носа горизонтальное, подбородок прямой. В случае наличия информации звонить 8-347-60-549-14, 8-937-788-65-90.
Африканская чума свиней стала известна в начале 20 века. С первых попыток интродукции свиней культурных пород в колониальные страны Южной Африки в 1903 году. Через 50 лет послевоенный расцвет международной торговли привел к заносу АЧС на территорию Европы. Вспышки заболевания за короткий срок охватили Португалию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Испанию. Подавление эпизоотии потребовало огромных затрат и колоссальных усилий. В 70-х годах прошлого века экзотическая болезнь была занесена в страны Центральной и Южной Америки. От вируса пострадала Доминиканская Республика, потратив 60 миллионов долларов на ликвидацию болезни, а также Куба. На острове Свободы было уничтожено практически все свинопоголовье. А это более полумиллиона животных. Все свинофермы на Кубе были закрыты. Помогали Кубе в борьбе с АЧС советские ученые, которым полученный в Гаване опыт очень пригодился спустя несколько лет. В 1977 году чума пришла в СССР. По версии участников ликвидации вспышки, корабли, заходившие в порты Одессы и Ильичевска, закупали продукты для команды в Южной Америке, где тогда свирепствовала африканская чума. Отходы с камбуза скармливались домашним свиньям уже на материке. Распространение болезни происходило очень стремительно. Еще здоровых, но уже зараженных поросят продавали на рынках крупным кооперативам. В Одесскую область срочно была командирована группа ветеринарных врачей. По их указанию в регионе ввели карантин, к ликвидации болезни привлекли милицию и даже армию. Действовали очень жесткие ограничительные меры. Ничего не ввозилось и не вывозилось. Большая часть свиней была уничтожена. 700 тысяч голов – это цена, которую заплатил Советский Союз, чтобы эпизоотия не продвинулась вглубь громадной страны. Вспышку удалось полностью ликвидировать. Постепенно почти весь мир очистился от заразы. В течение нескольких лет евразийский континент, за исключением итальянского острова Сардиния, был свободен от АЧС. Но внезапно в 2007 году чума вернулась. Вирус попал в Грузию, а оттуда был занесен на территорию России. Купировать очаг и не допустить распространения болезни так же быстро и эффективно, как в Одессе, не удалось. Люди не были готовы к приходу АЧС. Многие владельцы заболевших животных скрывали. Первая вспышка была зафиксирована в Чечне. Движение вируса шло очень интенсивно, и скоро АЧС была занесена в Ингушетию и Северную Осетию. Затем началось ее шествие по югу России. Заболевание было обнаружено в Ставропольском и Краснодарском краях. За ними последовали Ростов и Волгоград. И если сперва речь шла о единичных вспышках среди диких кабанов и домашних свиней в личных подсобных хозяйствах, то здесь уже были затронуты крупные предприятия. Совершенно неожиданно АЧС была занесена в Ленинградскую область. Отсюда началось ее распространение по северо-западной части России. Третьим вектором стало Приволжье. К концу 2011 года в зону заражения попали Нижегородская, Саратовская и Оренбургская области. В этот же период чума пришла в Центральную Россию. Первая вспышка произошла в исправительном учреждении в Тверской области. За следующие 5 лет АЧС обнаруживали еще в 22 российских регионах. Чума продолжала свое движение на юге, северо-западе, в Приволжье и центральной части России. 2017 год стал самым резонансным в истории присутствия заболевания в стране. Вирус попал в Сибирь. Его жертвами стали тысячи свиней в Омской и Тюменской областях. За 11 лет в России было уничтожено более 1 миллиона свиней. Ущерб, нанесенный отрасли, измеряется в миллиардах рублей. До сих пор от заноса вируса не застрахован ни один регион. Причины распространения АЧС. Межведомственная разобщенность. Отсутствие скоординированных и оперативных действий по недопущению заноса вируса. Сокрытие падежа животных и информации об АЧС со стороны региональных управлений ветеринарии и собственников животных. Неэффективное снижение численности диких кабанов. Несоблюдение предприятиями ветеринарно-санитарных требований при выращивании свиней, их убои и переработке продукции. Низкий уровень биологической защиты личных подсобных хозяйств и мелкотоварных ферм. Контакты домашних свиней и их владельцев с дикими кабанами. Отсутствие системы идентификации животных и учета поголовья свиней.
несанкционированное перемещение и торговля животными и продукцией зараженной АЧС. В ноябре 2017 года Тюмень взбудоражила новость о вспышке африканской чумы свиней. Очаг заболевания был зафиксирован на свинокомплексе в селе Шорохове Исетского района. Это первое крупное предприятие на Урале, которое пострадало от чумы. На период вспышки заболевания в хозяйстве было около 16,5 тысяч животных. Из них в определенный период, промежуток времени падеж составил около 900 с лишним голов. По факту получилось около 16 тысяч голов было уничтожено, утилизировано. И на территории села Шорохова в первой угрожаемой зоне было изъято и уничтожено 288 голов. Установить точную причину вспышки до сих пор не удалось. Однако в ходе расследования выяснилось, что предприятие грубо нарушало правила содержания свиней. Территория фермы была лишь частично огорожена, любой человек или дикое животное могли свободно попасть внутрь комплекса. Сотрудники приносили с собой на работу еду, в том числе и мясо. Многие из них содержали свиней в своих личных подсобных хозяйствах. Такое пренебрежительное отношение к нормам биологической защиты привело к закрытию, как и многие другие российские компании, прекратившие свое существование после заноса африканской чумы свиней. Но эта история получила свою печальную известность совсем по другой причине. Вот в нашей бригаде это началось, но я была на больничном. Самое начало, не знаю, вышло, уже свиньи, животные болели. Но мы как думали, что легочные, так и лечили у нас их. Так и смотрели за ними. Но на чуму у нас даже не было. Вот врач сдавал анализы, приходило же отрицательное все. Пока свиней лечили, предприятие работало в полную силу. Компания продавала мясо тюменским перерабатывающим комбинатам и вывозила живых поросят в другие регионы. Почему правильный диагноз не был установлен сразу и имело ли место осознанное сокрытие африканской чумы свиней, сейчас выясняет Следственный комитет. Тогда же все силы были брошены на оперативный поиск зараженных. В Россию попал смертоносный вирус, это далеко не единственный случай, когда предприятие, уже охваченное чумой, продолжало работать и торговать продукцией. В 2012 году зараженное мясо с одного из предприятий Краснодарского края было вывезено в 9 российских субъектов. В 2014-м похожая история случилась в Псковской области. Опасная продукция попала в 15 регионов. В 2016 году из очага африканской чумы свиней в Московской области мясо было отправлено в 31 российский субъект. Нечто подобное, но только еще более страшное, произошло в Калининградской области. Здесь АЧС давно ждали, с того времени, как заболевание, легко преодолев границы государств, дошло до Прибалтики. 2017 года всего в одном километре от польской границы были найдены погибшие от африканской чумы свиней дикие кабаны. В ноябре 2017 года областная лаборатория впервые диагностировала африканскую чуму свиней. В нашу лабораторию были направлены пробы на подтверждение. Это был дикий кабан. ПЦР-реакция прошла положительно. Мы выделили ДНК вируса африканской чумы свиней. И методом РПИВ были окрашены мазки. Буквально через месяц от АЧС в области начали гибнуть домашние поросята. Все они содержались в личных подсобных хозяйствах граждан, а значит, не были защищены от болезни. Столкнулись мы именно в первых вспышках в личных подсобных хозяйствах, когда именно на уровне муниципалитетов было непонимание серьезности ситуации, вот эта дифференциация момента, когда частник, который, в общем-то, значительного никакого вклада в экономику региона, можно сказать, не приносит, он становится причиной как бы, таких вот катастрофических последствий. Последствия оказались действительно катастрофическими. Уже через полгода чума добралась до крупных предприятий. Огромный свинокомплекс с высшим уровнем биологической защиты в Правдинском районе, где на момент вспышки содержалось более 100 тысяч животных, стал одним из первых, кто сообщил о вспышке. Однако, как оказалось позже, эпидемия на предприятии началась за несколько недель до постановки официального диагноза. И все это время компания не прекращала работу. Мясо животных с этого комплекса до сих пор находят в разных уголках страны.
хотя предприятие полностью закрыто. Все сотрудники уволены. 128 тысяч свиней уничтожены. Что произошло, выясняет следствие и прокуратура. Уголовные дела возбуждены в отношении представителей комплекса и врача региональной ветеринарной службы. Если будет доказано, что компания знала об ОБЧС и намеренно скрывала болезнь, чтобы успеть продать как можно больше животных, то это преступление станет, пожалуй, самым жестоким и ужасным за все 11 лет присутствия чумы в стране. Преступление против собственного народа. Расследований причин, по которым возникли вспышки ОЧС на крупных свиноводческих предприятиях, каждый раз одни и те же. Руководители таких хозяйств, как правило, не считают чуму чем-то опасным, поэтому пренебрежительно и крайне экономно относятся к правилам биозащиты. Россия сегодня находится в ситуации, схожей с той, что была в Испании в 1970-80-х годах. Экономика растет, выращивается больше свиней, увеличивается производство. И все больше продукции уходит на экспорт. Производители счастливы и не видят проблемы в ОЧС. Это происходит по трем причинам. Во-первых, болезнь не затрагивает людей. Во-вторых, вы пока не так много продукции экспортируете. И третья причина – вы все еще не нашли формулу, которая объединит всех в борьбе с ОЧС. Победа над африканской чумой свиней – задача очень масштабная и системная. Она включает в себя сразу несколько важных компонентов. Первое, что необходимо сделать – повысить уровень биологической безопасности абсолютно всех свиноводческих хозяйств, убойных пунктов и перерабатывающих предприятий. Проблема в том, что вирус всегда возвращается. Ему известно, что делать. И это происходит утром, ночью, в воскресенье, в праздники. И если вам неизвестно, как себя будет вести вирус, и если у вас нет модели того, как можно предотвратить его, то вы, вероятнее всего, проиграете в борьбе с этим вирусом. Вирус однозначно победит. Поэтому крайне важно принять программу по борьбе с вирусом, где будет прописана надежная биозащита предприятий. Параллельно должна идти работа с личными подсобными хозяйствами. Чаще всего именно они становятся источником болезни. И здесь самое важное – полностью исключить контакт домашних свиней с дикой природой. Не заниматься их разведением в местах обитания кабанов и соблюдать правила биобезопасности. Маленькое хозяйство защитить от вируса намного проще, чем огромный свинокомплекс. У вас могут быть районы, отведенные для разведения дикого кабана, но в них ни в коем случае нельзя заниматься производством свиноводческой продукции. В то же время необходимо уменьшать численность кабана в дикой природе. Снижение популяции диких кабанов – третий шаг в борьбе с ОЧС. И, наконец, четвертый и самый важный элемент – это консолидация усилий между всеми, кто хочет сохранить свиноводство в стране. Вам нужно объединить власти, фермеров и людей, которые знают болезнь. Как только у вас это получится, вы добьетесь успеха. Необходимо, чтобы все были готовы работать над полным искоренением болезни. Но решая свои внутренние проблемы, не стоит забывать о внешних угрозах. Вспышки африканской чумы свиней недалеко от границ нашей страны прямо сейчас происходят в Китае. Поднебесная стала первой страной в Восточной Азии, почувствовавшей на себе разрушительную силу ОЧС. В начале августа 2018 года новость о том, что экзотический вирус добрался до Китая, крупнейшего производителя свинины в мире, потрясла абсолютно всех. Скорее всего, чуме удалось переместиться на противоположный край континента благодаря непрекращающейся торговле со странами Евросоюза. Польша, Румыния и Венгрия уже после вспышек ОЧС на своих территориях продолжали поставлять свиноводческую продукцию в Китай. И теперь ни одна страна мира уже точно не может чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому пятый шаг на пути к искоренению болезни – международное сотрудничество. Африканская чума свиней – это не проблема одного государства. И если нам даже удастся собственными силами победить ОЧС внутри страны, всегда останется риск ее повторного заноса с неблагополучной. Несколько крупнейших научных институтов в мире пытаются разработать вакцину от африканской чумы свиней. Среди них Российский федеральный центр охраны здоровья животных и Мадридская лаборатория Международного эпизоотического бюро. Пока ученые в трудных научных поисках, от наших решений и действий зависит, сколько еще животных погибнет от ОЧС, сколько предприятий навсегда закроют свои двери, сколько человек останутся без работы и средств к существованию. И только нам решать, готовы мы или нет осознанно подойти ко всеобщей борьбе,
объединить усилия против одного биологического врага и, наконец, увидеть этот мир свободным от африканской чумы свиней. Что нужно знать о способах распространения АЧС? Источники заражения. Живые животные. Инфицированные, проявляющие и не проявляющие клинических признаков заболевания, а также переболевшие носители вируса. Кровь. Кровь больного животного может привести к заражению почвы, инструментов, одежды и транспортных средств. Экскременты. Они содержат в себе высокую дозу вируса, сохраняющуюся в них в течение довольно продолжительного периода времени. Распространяют вирус посредством загрязненных ими обуви, шин, инструментов. Туши. Вирус живет дольше хозяина. После смерти зараженной особи АЧС продолжает сохраняться в туши и может инфицировать подошедших близко восприимчивых животных. Почва. Земля, на которую попала кровь или материалы разложения больного животного, остается зараженной долгое время. Вирус распространяется посредством загрязненных ею обуви, одежды, шин, инструментов. Кровососущие насекомые и клещи являются механическими распространителями вируса. Предметы. Вирус передается через любой зараженный неживой объект – обувь, одежду, транспортные средства, ножи, оборудование. Что нужно знать о способах защиты от заноса вируса? Основные правила биологической безопасности. Животные должны содержаться в закрытых помещениях с внешним ограждением. Выгул свиней недопустим. Посещение мест содержания животных сторонними лицами запрещено. Помещения, транспорт, инструменты, оборудование должны содержаться в чистоте и дезинфицироваться. Скармливание свиньям пищевых отходов и продуктов убоя животных недопустимо. Необходимо использовать безопасные, термически обработанные корма. Необходимо проводить обработку животных против клещей и блох. Лечение свиней без предварительного исключения диагнозов африканской и классической чумы свиней по результатам лабораторных исследований строго запрещено. Приобретать свиней необходимо только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. Утилизация биологических отходов должна производиться в соответствии со строгими правилами биобезопасности. В свиноводческих хозяйствах перед посещением животных все сотрудники должны проходить этап санитарно-гигиенических процедур с полной сменой одежды и обуви. Всем сотрудникам должно быть запрещено содержание свиней в личных подсобных хозяйствах, а также охота на дикого кабана. Питание персонала должно быть организовано на предприятии в изолированном от животных помещении. Убой свиней должен проводиться только на аттестованных убойных пунктах. Перемещение животных и продукции внутри субъекта и в другие регионы без ветеринарных документов запрещено.